Олег Райан – творческий псевдоним уральского писателя Андрея Щупова. С его настоящим именем знакомы взрослые, любители серьезных новелл, фантастики и детективов. А те читатели, которым ближе детская литература, больше знают Олега Райана, лауреата Национальной детской литературной премии «Заветная мечта», премии Владислава Крапивина и многих других именно за книги для детей. Родился Андрей Щупов 26 апреля 1964 года в Екатеринбурге. Там же учился в специализированной английской школе. Окончил Уральский государственный университет путей сообщения, по завершению которого несколько лет работал инженером-настройщиком диагностической аппаратуры. Писать Андрей Щупов начал на втором курсе университета. Его литературный дебют состоялся в 1988 году, когда газета «Наука Урала» разместила на своих страницах фантастический рассказ «Есть контакт». В 1990 году молодой автор решил профессионально заняться литературой и успешно реализовал себя в жанре детектива и фантастики. Им было написано около двух десятков триллеров. Многие неоднократно переиздавались. Несмотря на успех своих детективов, Андрей Щупов всегда отдавал предпочтение фантастике. Андрей Щупов в 2002 году принят в Союз российских писателей, а в 2003 его избрали в правление Екатеринбургского отделения Союза писателей. Одновременно с написанием книг Андрей Щупов сотрудничал с журналами «Приключения и фантастика», «Урал», «Нева», «Уральский следопыт» и многих других изданиях, где опубликовал более 200 статей, рецензий, повестей, рассказов. Андрей Щупов пробовал свои силы и в популярной психологии. Взяв псевдоним Павел Артемьев, он в 2002 году выпустил книгу «Психология и самопознание» или «Как найти формулу жизни». В 2008 году на литературной сцене появился Олег Райан. Под этим псевдонимом Андрей Щупов стал публиковать художественные произведения для подростков. Фантастические и реалистические. Эти повести и романы рассказывают о взрослении современных подростков, о дружбе, первой любви, о справедливости и об ответственности каждого за свои поступки. Книги Олега Райана регулярно побеждают на литературных конкурсах. Первый роман Олега Райана «Слева от солнца» в 2008 году получил сразу две награды – Национальную детскую литературную премию «Заветная мечта» и Международную детскую литературную премию «Крапивина». В 2009 году второй книге Олега Райана повести «Спасители Ураканда» была присуждена «Алиса» – премия на лучшую фантастическую книгу для детей и юношества. По версии Международной литературной конференции по вопросам фантастики «Роскон». Роман «Отроки до потопа» в 2010 году стал обладателем премии имени Бажова и премии «Камертон». В 2013 году повесть «Человек Детерия» принесла автору литературную премию Уральского федерального округа в специальной номинации за сохранение традиций отечественной детской литературы. В 2018 году Олег Райан с книгой «ЗБ» стал лауреатом международного конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков. В 2020 году книга «Доноры» завоевывает первое место в литературном конкурсе «Экранизация», организованным агентством «Stardust». В том же 2020 году писатель получает золотую медаль и премию Ивана Ефремова за книгу «Владислав Крапивин». В 2021 году московское жюри конкурса имени Сергея Михалкова награждает писателя золотой медалью за рукопись «Башня». Суммарный тираж книг автора давно миновал миллионную отметку. Ряд произведений писателя переводился на иностранные языки. Популярный автор живет в Екатеринбурге, активно участвует в культурной жизни города и региона.